Лучшие студенты области будут получать губернаторскую стипендию. Об этом на встрече с представителями студотрядов накануне сообщил глава региона Сергей Левченко. Выплата коснется победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, регионального этапа, набравших по результатам ЕГЭ более 80 баллов, а также лидеров чемпионатов World Skills. На губернаторские деньги смогут претендовать и первокурсники. Первокурсники у нас в этом плане, пока они заработают хорошие отметки, немножко обделенные. Вот. Но мы учтем, если они у нас с медалями, если будут победители заключительных этапов школьных олимпиад. Вот. Поэтому, значит, для того, чтобы они сразу уже понимали, что они нам нужны, и, значит, они должны включаться. Вот. И старались с первых дней учиться. Студенты, в свою очередь, рассказали губернатору о своих успехах и планах на будущее. Всего в 2017 году в студотрядах области было занято около 2000 человек.